Так, сегодня мы Давиду покажем в партере несколько вариантов зегеров. Мы часто видим, вот в борьбе бывает такая ситуация, допустим, я вот так вот прошу не убиваю в партере. Вот, вот зашел, зашел, спит оборот, гонит вас. Вот, гонит, да? И падает. Плечом, плечом, вот сюда чуть-чуть диагональ. Чуть-чуть диагональ. Вот, здесь я иду на него сюда, вот иду, вот здесь. Держу его под положение. Но если он сидит хорошо, и так, и руку с рука вышла сюда, эту руку заталкиваем глубже, вот, забираем здесь кисть и заходим, 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 переворачиваем. Потому что если мы не будем заходить, можно накрыться здесь. Вот. Вот, вот. Зенгер, там разных вариантов много. Вот забираем голень, опять толчком. Толчком я его туда сбиваю. Вот. Вот. Если он упирается очень хорошо, я перешагну вот сюда. Вот. И иду на него вот здесь. Опять его в опасном положении удерживаю. Вот. Здесь в принципе, можно и встать. Теоретически. Вот. Теоретически можно и встать здесь. Вот. И мы делаем два балла туда, два балла сюда. Ну еще. Вариант. Еще вариант. Если, допустим, когда мы забираем, мы его сбиваем, не падает, не падает. И вот эта вот рука закидывается плотно вот сюда. Вот, плотно вот сюда. Тогда мы вот здесь встаем. Вот. И тоже держим его в опасном положении. В принципе, если грамотно здесь было, можно его положить. Можно по два балла. По два балла туда-сюда крутить. Вот. Конечно, этот вариант, который сейчас мы покажем, мы не можем его обойти стороной. Вот он, допустим, стоит в парке, да. Вот. Мы забрали корень, вот. Забрали корень. Вот мы его сбили, тогда сбили. Не важно, не важно. Вот эту ногу закидываем сюда. Дальше попадемся сюда. Вот эта вот нога, плечом я давлю на него, вот сюда нога закидывается, вот сюда, вот. Ты два балла даешь. Вот, я забираю плотно. Здесь захватываю его и прогибая с разворота забираю подбородок к себе. Вот. Вот тут уже ему практически, практически некуда деваться. Вот. Ну еще один вариант из этой же серии. Когда мы, встань, пожалуйста, ставим что-то в партере, и он хочет нас как-то сбить, его нога оказалась здесь каким-то образом. Раз, мы снимаем. Перешагиваем вот сюда, вот сюда, и вот здесь забираем. Это моя рука, нога вот между ног, вот, максимально высоко. Вот здесь, конечно, уже идет почти, почти что болевой, ну или запрещенный в вольной борьбе вот такой вот момент. Все, пока, хватит, спасибо большое.